Hey there! Footages for this video were provided by our friends from the Pletshet Slavyansk channel. These guys are looking for the soldiers who died during the World War II. Find the link to their channel in the description below. Так, у бойца Вермахта имеется жетон. Можем посмотреть даже сейчас. Написано СС. СС, буква Т. Инфантерии Эрзацбатальон. Далее имеется также маргаринница, две гранаты М-39, фляга, портмоне, под ним футляр для очков. Предположительно, немец пулеметчик, так как у него уже имеется два затвора на МГ-34. Один находится вот здесь, вот второй. Лежит на ящике для пулеметных лент. Казочка. Большая такая, да? Ну да, нормально ему досталось. Ну покажи по члену. Дыру покажи. Жесть вообще. Остался крючок с кавера. Так. Ремешок с каски. Ой-ой-ой-ой-ой. Подзагнил немножко. Бинокль вообще. Ну да, был. А то и футляр с него, да? Да вот непонятно. Крышка. Это не футляр, то крышка обычная. Да не, он был вон в кожаном этом, да, это застежка? Ну, нет, это пристегивалось вот тут, обмотки. А, ну да, я понял. На разгрузку туда. Ну да, что тут написано. Ничего не видно вообще. Да. Да не, он дойч. Ну, плюнь по три. С него. А так сверху он красиво смотрел. Это видно и так тут же. Ботинки, сапоги, чашечка. Ноги сейчас подают. Да, все высыпается. Так. Подковы такие. Серьезные очки были у них, в ногах лежат, видишь? А, это от них, да, вот это? Да, да, душка, душка. Очко, вот они, опа. Угу. Очки, да. Так, не держи. Да. Что? Какой Гиммлера? Да у них у всех какой Гиммлера. Троечка. А он тут, а, тут нож. Думал, что он обрестит. Это молотка, вилка, нержавеющая. Вот еще душка, Лех. Давай. Вот это вроде, да? А тут с, там можно, с, короче, полностью мы... собрать их уже, походу. Ну да, так скорее для красоты. Запаять. Бля, левая сторона подбита, уже подходил хорошо. Патрончик. Ну этот какой-то. А ну на, держи сейчас. А там лента одна. Давай. Мертвая вообще все. Волшебные. Какой-то зип что ли еще. Вот, блядь.
Это не затвор, это же длинное. Это штык-нож. Штык-нож. А, он без ножен. Ну, такая вот бывает грусть. Тоска. Ну, ручки. Да, ручки хорошие. Эй. Симпатичные. Жаль, не было только... Патроны. Вот. Ну, руками открывается. Я уже понял. Давай это. Вот он даже не довидел. Пока нет. Собирайте русло. Тут, блин, земля. Сейчас посмотрим. Сашка видел здесь. А что не черные? Или откуда-то смазка на них вытекла. Ее вот плугом тоже цепануло с краю. Ты видишь, рвануло немного. Блин, вот боец есть там с головой. Просто валяется. По идее, должен быть с головой. Немец. Каска. Немецкая. Думал, наш. Наверное, сюда Никита пойдет, скорее всего. Ну, да, сейчас, сейчас под, аккуратно подковырни, посмотри, голова есть. Если нету, то выкидывай к чертовой матери. Нема. Есть. Голова? Да, да. Немецкий солдат. Куда идет? Сюда. Понял, в эту сторону. Вот он. Ну, раскапывай. Магазин с МПХи. Ракетница в кармане. Очки. О, сейчас посмотрим. Ага, наверное, на шее висели. Очки. МПХовский рожок. Это что? Пружина какая-то, не знаю. Ну да, медная какая-то штучка. Может, рожок этой самой подсумки, может, были. Но ремня пока не видно, ни разгрузки, ни ремня. Сняли, может. Мы успели вчера зачистить и сегодня прочитать интересные истории о полку Вестланд, то, что он входил в состав дивизии СС «Викинг». С этого вот раскопа снарядов. Фух. Вот так вот. Тут этих снарядов был такой один очень интересный, с резьбою. Проделали отверстие. Наверное, использовался как... Можно было использовать даже как саму... как граната, либо как мина. Ух. Радиатор. Ужас. Лопаты не заходишь. Да ну понятно, там глянь, ты посмотри там на это. А мы ж такой же самый находили, по-моему, на 180. Все, закончили зачистку. Сейчас пройдемся по предметам, которые имеются у солдата. Итак.
Так, в раскопке у нас фрагменты битой техники. Также то, что здесь огромное количество осколков, возможно, была небольшая вороночка. Что самое интересное, на одной ноге надет ботинок, а на второй сапог. Примечание такое. Нету кителя. У бойца также в районе правого бедра находятся фрагменты. Видимо, либо для фляжки был у него ремешок, либо для котелка. Фрагменты ремешка. Также ракетницы. Патроны. Так, это у нас зеленая. Зеленая. И зеленая. Три зеленых ракетницы. С этой стороны три металлических ракетницы. И, соответственно, ложка-вилка немецкая. Подгнило крошки. Такое. Расческа. Такая вот и была, и с надписями. Какие-то гадости там написаны. Так. Вот такое, в общем-то. В кармане была свеча. Возможно, может, водитель или мотоцикла, или техники какой-то был. Или механик. Потом к зажигалке у него тут имеется футляр. С такими вот, внутри, видимо, кремни лежат. И сама зажигалочка интересная тоже. Разваливается на воздухе. Такая вот блестящая. К автомату МП-38-40. Вот такой вот удар пошел на нижнюю часть магазина. Опа. Презервативы немецкие. Это бумага, наверное, оттуда, да, бумаги тут фрагмент. Тоже, наверное, ну, все вместе было. Вот оно. Вот такие вот в кармане были презервативы и какой-то кошелечек. Мы предполагаем, что внутри находились петлицы. Фрагменты остались вот от петлиц. Далее у нее на шее очки одеты. Четко видно. Красиво, конечно, так. И фрагменты рвани, то, что рядом было. Можно поубивало осколками. Каску сверху пахануло нормально. Трактором прошли прям по каске. Ногу выпахали, вот она разбита, раздроблена. Часики на руке имеются. Вот так вот. Сколько там время на часах. Так, остановилось оно в 5 минут 9. Времечко-то на часах. Зубы пломбированные. Четко видно. Вот так вот. То, что за сегодня было поднято, то, что касается взрывоопасных предметов, вот. Немного, но все-таки жетон-то эсэсовский. Да, это высота 199,5. Waffen-SS. Weissland полк.